Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию цитиловый спирт. Кажется, что возможности пальмового дерева просто безграничны. Именно из него добывают чудесное масло, служащее сырьем для производства цитилового спирта. Дозировка необходима в домашней косметике от 0,5 до 6%. Современная химическая индустрия, медицина, фармацевтика и косметология – это все сферы применения данного вещества. Утверждение о том, что спирты – враги кожи, поскольку являются провокатором ее сухости, не всегда верно. По крайней мере, это не касается цитилового спирта. Относясь к классу жирных спиртов, он не только не провоцирует сухость и обезвоживание кожи, но наоборот, в водных эмульсиях служит прекрасным увлажняющим агентом, защищая эпидермис от пересушивания. Преимущества таковы: безопасен и нетоксичен, натуральный продукт, отличный эмольент, поскольку обладает хорошими смягчающими качествами, обладает умеренным эмульгирующим действием, дезинфицирует, обладает отличными сенсорными показателями, кожа становится мягкой и гладенькой. Противопоказания: дерматиты, розовые угри, аллергическая реакция. Косметическое применение таково: косметика декоративная, сахарные скрабы, кремы, лосьоны, масло для ресниц, кремовые очищающие эмульсии. Вот в таком пакетике мы отправляем цитиловый спирт нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!